классный вопрос. С каким экранным героем вы себя ассоциируете? Вообще, я люблю фантастику. И очень сильно подсел на Marvel. Тор мне понравился. То, что он наивный такой же, как и я, наверное. В Тихом омуте черти водятся. Это про вас. У меня были темные стороны, как у всех людей. Скажу честно, я очень много выпивал. Потому что, когда не было цели в жизни, было 19 лет, я не знал, кем я буду. Я был обычным баянистом. И по распределению попал к себе в деревню. Еще там делают. Там отдыхают, гуляют. Потом я поступил в университет имени Янки Купалы. И как-то жизнь мне помогла. Почему Оля выделяет себя среди других участников команды? Она выделяет всех по-особенному. Но то, что со мной случилось, это очевидно, что она меня выделяет. Потому что она меня спасла. Она, может, не специально это делает. Но я так думаю. Почему должна стесняться своих чувств, своих эмоций? Я фанатка шоу X-Factor, я фанатка своей команды, я фанатка Андрея Панисова. Мне нравится этот артист. И у него огромное будущее. Давайте вы определяете, чтобы лучше меня он об этом вообще не думал. Чтобы человек готовился к номеру и был решен. Сейчас я узнаю. Ладно? Да. Дали бы обычный смокинг и все. Постоянно не могли подобрать мне образ. Цвета абсолютно не подходят. Очень хочется, Андрюш, чтобы ты показал нам что-то другое в другом жанре. Я говорю по делу. Я говорю конкретно, точечно и никогда не лью воду. Да, я это все облекаю в яркую форму, интонационную. Ну, где-то эпатажно, безусловно. Но каждое слово у меня на месте. Не в обиду, но я скажу, как есть. Это психологическая атака. Я люблю противостояние. Я не люблю, когда все на блюдечке золотой каемочки. Тогда и кайфа не получаешь. Дамы, привет. 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 Андрей. Анриэл. Я хочу тебя чуть-чуть вот в этом эфире вообще с другой стороны показать. Мне хочется твою тоже мужскую сексуальность показать и раскрыть. Конечно, я ж огонь. Да! Вот это надо! Отрицательный вот персонаж. Господи. Да. Девочки любят плохих мальчиков. Но мы не идеальны. У нас у каждого есть своя вот эта чертовщиночка. В маске я хожу, потому что заболел. Я все-таки выйду на сцену и постараюсь держаться в очень хорошем статусе. Please, best release of those who know.
необъяснима. Сила власти столь неуловима. Нежных нот, чистого дыхания, чтоб в миг отключить сознание. Все теперь не будет прежним. Прощай, свет надежды. Этот мир исчезнет разом, и я теряю разум. О, зависти моей. Это сладкая боль, жжет крути зависти моей. Мы тем, словно конь, душу пожирает, как отрава убивает. Молодец, это был Андрей Панисов и мюзикл Моцарт рок-опера. А вы знаете, почему Андрей выступает последним и так поздно? Потому что при дневном свете он теперь петь уже вообще не может. Осталось ли в этом «Князе тьмы» что-нибудь от Андрея? Давайте спросим все-таки судьи. Серега. Ну, я жалею только об одном. Что соседа этого не видел. Как ты перевоплотился? Это что-то невероятное просто. Ну, это действительно удивление. Я считаю, что это просто лучшее твое было выступление за всю серию выступлений твоих. Просто класс. Ну, ты на всякий случай проверь, ты после этого номера будешь в зеркале отражаться или нет? Руслан, ваша очередь. А где Андрей Панис? Ну, действительно. Продал душу дьяволу, все. Действительно. Ради первого места в «Экс-факторе». А я так... Собственно говоря, я даже испугался, да, писал переживать какой-то момент. Потому что Андрея Панисова не было сейчас на сцене. Этот стиль, скажу честно, для меня вообще не близок. Но ты действительно другой, ты покорил, наверное, не только Олю, но и Сергея Васильевича, который не видит это выступление. И даже мне стало страшно. Но береги голос свой. Да, береги голос. Ну, мне кажется, не надо больше экспериментировать. Ты показал себя прекрасно. Да, вот, молодец, молодец. Оставь эти все дела, будь самим собой. Я, кстати, отмечу, глаза абсолютно настоящие. Это не контактные линзы. Что, правда, что ли, настоящие? Да, да. Это не линзы? А секрет, как это сделать, мы чуть позже расскажем. Это не линзы или линзы? О, хорошо. Интрига. Ольга. Ну, круто же, да? Ну, круто! Давайте, хвалите! Когда я получала видео с репетицией от Коли, у меня было одно желание, скорее это услышать вживую, потому что через телефон все долетает. Андрей это знает, уже привыкнет к моим комплиментам, не будет слушать. Будет. Но, конечно, вживую это просто самый настоящий кайф, наслаждение. И да, просто хочу напомнить, что это X-Factor. Так, вдруг кто-то забыл из моих коллег. Это первое. Второе, тема кино. Вы посмотрите, какой Андрей артист, актер. При этом вот это вот, ну я даже не буду показывать, это вот Сергей Васильевич любит показывать,
как ребята поют. Ну, кстати, ему тоже лучше не показывать. Он говорит, а говорит он прекрасно. Я беру уроки в уме. Когда вот это... Это все. Я говорю, господи, это же просто можно было распластаться на стуле и можно на репит это поставить и слушать. Андрей, это вау! Это кайф! Это наслаждение! Да, это образ, но артисты, они актеры, и он вышел в образе, и вы посмотрите, он до сих пор в этом образе. Господи! Это вообще не Андрей, это стоит. Я считаю, что это самый настоящий X-фактор. В костюме летучая мышь. Спасибо тебе за то, что ты не боишься рисковать. Спасибо тебе за доверие. Спасибо тебе за тебя. Я уже даже боюсь представить, что мы еще с тобой сделаем дальше в прямых эфирах. Merci. Большое спасибо за мнение. Если нашим зрителям также понравилось выступление Андрея Панисова, обязательно набирайте номер 88-10-10-106 и отправляйте туда цифру 12, ну или сообщением. Это все вы можете сделать на 28-85. Если вы прочувствовали то же самое, что чувствуем сейчас мы здесь и чувствуют судьи, а это восхищение и страх вместе, проголосуйте за Андрея Панисова. Андрей Панисов!